Я не виноват в этом, слышь? Заколебало. Я тебе дам нормальный другой телефон. Я ничего тебе не... Что ты клевещешь на меня? Клевещешь на меня? Ты вообще без стыда и совести. Ничего я там не трогал. Я ничего не трогал, не клевещи на меня. Там это твоя прога, это Эбикс стояла, она вот виновата. Да это тебе сказали в магазине, чтобы ты купила много. Два сотовых телефона, Саша, как тебе не стыдно? Слушай, тебе сказали... У меня новый сотовый телефон, почему ты им не пользуешься? Тебе почему сказали, ты так прицепляешься к моему телефону? Тебе сказали в магазине, что у тебя на издыхании, чтобы ты купила просто новый. Он, ты видишь, что он не заводится? Если так бы он был чисто хороший, новый, он бы сразу заводился. Пробуйте. Я сколько раз пробовала, сколько раз он у меня уже же... Как говорится, не первый год он у меня. Прогу, потому что у тебя вот эта вот стояла дурацкая, она что-то... Раньше ничего не было, все было нормально. Только сейчас вот стало так делаться, потому что он уже все... Ты чувствуешь, 33 штанов одеваешь штук. Слушай, прекращай орать, а ты не постоянно меня орешь из-за этого, пью таблетки. Я принесу тебе телефон сейчас, новый. Че пикает? Че пикает? Чё пикает? Где? Ничего не пикает. У тебя в голове пикает, блин.
Да прекращай ты, а! Я тебе ничего не сделал тебе. И несу я тебе сейчас телефон. Да ничего я тебе не сделал, блин. Хватит, слушай. Ну потому что, Саша, без компьютера я как без рук. У тебя зависимость такая. У тебя там нахер всего, и 20-сотовых телефона, и компьютер, и ноутбук. Нет, ему мало, надо его еще доконать. У тебя зависимость сильная. Надо все полностью оголить, мать. Все. Тебя ломка, наркоманская. Наркоманская ломка, истеричная, психованная. Ну, Саша, если бы я у тебя вот так взяла твой сотовый телефон, изнахратила бы, все бы, ноутбук изнахратила, компьютер изнахратила, да, блин, лишила бы тебя я. Всего. Я тебе бы понравилось? Я не изнахратил его. Саша, после твоего вот этого вчерашнего засилия в моем компьютере, в моем сотовом телефоне, у тебя он сдох. Он не сдох. Я тебе говорю, он не сдох, там все нормально работает. И это не после моего вчерашнего. А после чего? После чего? Я не беру твои вещи. Почему? Я не беру, а ты у меня берешь. Потому что ты не разбираешься в телефоне. Ага. А ты разбираешься. Вот и разобрался с моим сотовым телефоном. Я его исправлю. Все исправится. Успокойся. Все будет нормально. Чего ж ты не пользуешься своим новым телефоном, а пользуешься моим? Сейчас вот иди и бери где хочешь этот сотовый телефон. У меня денег нету покупать новый. Саша, за то, чтобы починить его, надо деньги. Починить. Деловой нашелся. Чинильщик. Все. Или я скажу, давай. Но они тебе не устанавливались, этих Эвикс. Это вот это вот прога Эвикс виноваты. Она вообще ни у кого ее нету. Только тебе зачем-то ее поставили. Иди ешь и шагай отсюда. Иду. Не кричи на меня. Прога Эвикс виновата. Я просмотрю в интернете, что это за прога такая.
дурная такая и хорошая. Yeah.
Особой церемонии Зиквин не устраиваешь. В определенное время ешь сефир. Даже, по-моему, разные продаются.
Странный ответ. Чего он открывает двери? Нет ответов. Только ты. Только ты. Только ты. Я не знал. Я не хотел. Просто это мой предел. Сколько слов. Сколько взглядов. Лишь с тобою. Буду рядом. Только ты. Все закаты и рассветы, только ты. С тобою пропадаю летом, только ты. Нет вопросов и ответов, только ты. Только ты, только ты. Ох. Все. Выброшу.
телефон заряжал. Нет вопросов, нет ответов, только ты. Всю ночь пропадаем летом, только ты. Только ты, только ты. Блин, что за хрень? За хрень. У меня тоже какая-то хрень с телефоном случилась. Блин, ну хрень какая-то случилась с телефоном. Как-то. Ну вот, песни. Куда они делись-то? Чего они не проигрываются? Вообще, какая-то хрень странная происходит.
торчишь. Мне тоже с телефоном какая-то хрень, ты не лазила в нем? Нет, не лазила, Саша. Угу. Точно? Что-то хрень с ним. Странное произошло. Только моему конец пришел. Твой-то давно уже сдох. Ты просто его аккумулятор какой-то был купил, ему поставил, вот вроде бы он. А он хорошо работает, кстати, аккумулятор. Да он потому что там хрен на... Да так же, как на твоем, хрен наберешь на клавиатуре этой. Что? На панели клавиатурной, хрен наберешь, что. Разобраться, что там такое? Нет. Это, где набирать текст, там неудобно вообще, какой-то на твоем тоже. Блин, не могу сосредоточиться сейчас. Короче. Дурью мается. Блин. К себе на улице дождь. Что за хрень? Не знаю, почему. Че? Почему она не находит? Что такое? Что за дичь? Что происходит? Почему? Какая-то дичь произошла. Что с тобой не так? Что за дичь произошла? Музыка. Музыка.